Всего 3 минуты, чтобы показать результат работы не одного месяца. Второй спортивный разряд. На льду девушки с произвольной программой короткую откатали накануне. По ее результатам Ульяна Мартыненко, 6-я в своих силах, спортсменка уверена. Я умею прыгать на льду аксель. Все каскады, лутц, ритбергер, аксель, все прыжки, которые у меня были в программе. А в зале я могу прыгнуть тройной тулуп чисто и дупель тоже. На льду пока только учу. Если на произвольную программу отведено около 3 минут, то на короткую чуть больше 2. Даже малейшая ошибка значительно снижает шансы спортсмена на победу. Короткая программа состоит из нескольких обязательных элементов, которые они должны исполнить, и возможность исполнить их один раз. Произвольная программа по элементам гораздо больше, и по продолжительности музыки больше. В этом они и отличаются. Судьи оценивают не только технику выполнения элементов и мастерство катания, но и артистизм. Не менее важен внешний вид – прическа, платье или комбинезон. Даже самые оригинальные идеи помогает воплотить специалист-художник по костюмам, знающий все тонкости фигурного катания. Сначала я какое-то свое видение рассказываю художнику, обсуждаем с родителями, с тренером. И уже после этого художник рисует несколько вариантов, и мы выбираем наиболее понравившиеся. Сочетание юбки и брюк, леопардовый рисунок. Ирина Дворниченко – бесстрашная и решительная дочь вождя где-то в Амазонии. Образ придумали вместе с тренерами. Можно сказать, случайно. Оставалось лишь подчеркнуть его костюмом. Это все идет по музыке. То есть какая музыка пытаются сделать костюм, который похож на программу или музыку. В произвольной программе второго спортивного разряда должно быть не более 6 прыжков. Максимум 2 каскада или комбинации и обязателен аксель. Одинарный или двойной на усмотрение тренера и спортсмена. Анна Антонова решила рискнуть. В ее программе сразу 2 акселя в 2,5 оборота. Для меня было самое трудное это сделать 2 дубля, потому что вчера в прошлой программе у меня просто чудом я его никогда не могла сделать. Вот, я вчера сделала, а сегодня было сложнее намного, потому что там 2 их. Имена победителей определяются по сумме 2 программ. Мария Мякишева стала 1-й в короткой и 4-й в произвольной. Итог соревнований – золото. Серебро досталось Ирине Дворниченко, бронза – Ульяне Мартыненко. Евгения Августина, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».